في يلعب يضرب يشوف يبقى يلعب يا حبيبي هو ما مصلحه هو وقت عم يجي الله اكبر Hey!
أكبر الله أكبر الله أكبر Боевики еще не успели прийти в себя от потери всех северных районов, а сирийская армия вновь нанесла неожиданный удар. На этот раз в атаку пошли соединения Республиканской гвардии, а также спецподразделение «Тигр» под командованием Цухеля Хасана. По замыслу командования, внезапный удар в районе Кармель-Ясар должен рассечь группировку противника на две части. А конечная цель – снятие блокады цитадели и освобождение всего старого Алеппо. الأبنية من عند الهنكار الأزرق وهيك خدناها مبارع من الهنكار الأزرق أو للغرب خدناها اليوم يلا بعد روح روح يلا يا نبي يلا الفوزين يلا عالسريع يلا يلا إيش يا خفة يا مهندس С утра в 9 часов мы пошли в атаку и захватили участок дороги в районе Баб-эль-Нейр. Но атака до сих пор не закончилась. Дай бог, к вечеру мы сможем занять весь район, а также провести его зачистку. Сегодня противник потерял многих своих бойцов, а те, что остались, отошли далеко отсюда. Но этот район до сих пор не безопасен. По нам постоянно работает снайпер. Бойцы передвигаются перебежками. И хотя может показаться, что район безопасен, над головой постоянно свистят пули. Особо опасный участок приходится пробегать под прикрытием танковой брони. Конфигурация фронта на данном участке не менялась более 3 лет. Боевики успели хорошо оборудовать свои позиции. Но даже несмотря на это, они были вынуждены отступить. Мусалахин? За этими мешками еще сегодня утром находились террористы. Но, как видишь, теперь это место в наших руках. Да, будь осторожен, боевики могли оставить мины. Наши солдаты пошли вперед. Справа от нас работают солдаты Сухеля Хасана, а в районе, что находится слева, до сих пор много боевиков. На обратном пути нам удается найти водительское удостоверение, которое, скорее всего, принадлежало боевику. Давай дальше, ялла. Пойдем. Для того, чтобы сохранить темп наступления, командование отправило еще одну штурмовую группу на этот участок фронта. Спасибо всем тем, кто помог нам в этой атаке. Дай бог, уже скоро мы освободим все районы Алеппо. Сирийские солдаты продолжают успешно наступать. И вот невдалеке показались бойцы, которые ведут пленного боевика. По их словам, он больше часа держал оборону в здании, но все же предпочел жизнь и сдался в плен. С первого взгляда такие люди могут вызывать сочувствие. Но когда речь заходит о том, почему они стреляют газовыми баллонами по мирным кварталам, они плачут и не знают, что ответить. Меня зовут Махмуд Шахбан Аскен. Я военный. Родился в Джарабусе. Служу я в армии Алеппо. Нашего командира зовут Амар Касимов. Во время атаки сирийские войска захватили меня в плен. У террористов я служу уже 3 года, а в Алеппо только год. Спроси, он слышал, что Башар Асад обещал тем, кто сложит оружие, свободу? Я хотел бросить оружие, но мой командир не простил меня.
Много человек хочет сложить оружие? Да, у нас многие хотят закончить воевать. Ты можешь позвонить тем, кто остался, и сказать, чтобы они сложили оружие, ведь им ничего не сделали. Да, конечно. Это что? Вот это? Спроси у него, что это? Спроси у него, что это, откуда это? Мафи, это уэй. Много среди вас тех, кто недавно взял в руки оружие? Да, много. А много вам платят? 40 тысяч лир в месяц. Сколько стоит килограмм риса? 700 лир. Видел ли ты Аль-Нусру в городе? Много ли иностранцев? Да, видел. Среди них есть иностранцы. Много ли у вас оружия? Да, много. У нас есть ДШК, зенит, танки. А где стоят танки? Недалеко отсюда. Много групп боевиков хотят сдаться? Да, много. Что ты хочешь сказать тем, кто остался? Мы погрузили страну в хаос, и я хочу, чтобы мои друзья, которые остались там, бросили оружие. А много у вас патронов? Да, у нас много боеприпасов. Стоит сказать, что пленные боевики часто попадают в руки сирийской армии. Вот этот человек был задержан на блокпосту с оружием в руках. Но в отличие от предыдущего боевика, он пытался выдать себя за гражданского. Говорил, что ничего не знает, а оружие попало к нему в руки случайно. Но после того, как на его теле были найдены многочисленные ранения, боевик потерял самообладание и начал рассказывать правду. Скажи честно, тебя ранил, значит, ты воевал с боевиками? Да, воевал. Мы знаем, что твои родственники воюют у боевиков. Говори, где они? Четверо моих родных воевали в Кандарате. Значит, и ты воевал в Кандарате? Да. Значит, и ранения свои ты получил в Кандарате? Да. А как зовут твоих родственников? Они сейчас воюют в Фардусе. Первого племянника зовут Абу Абдур-Радуан. А как имя его отца? Салих. А второго зовут Рашид Ждамуа. Третьего зовут Рашид Аль-Ахмад. У них фамилия Дауд. Как звали вашего командира? Мой племянник был командиром нашей группы. Мы воевали в Кандарате. А сколько тебе платили денег? 20 тысяч лир. Плюс в конце месяца давали коробку с гуманитарной помощью. Были у вас русские, чеченцы? Да, были. А почему вы не выпускаете мирных жителей? Я не знаю, я не занимался этим вопросом. Почему ты не воевал за сирийскую армию? Почему ты